Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Шокирующая цифра. Почти 3000 человек погибли в этом году в России в ДТП на железнодорожных переездах. Всего было зафиксировано почти 30 тысяч аварий. Это вынуждает чиновников принимать меры. Они хотят запустить программу по массовому оборудованию переездов видеокамерами. Под присмотром окажутся объекты, на которых в течение 3 последних лет регулярно фиксировались ДТП с пострадавшими и погибшими. По данным Минтранса, добавлю, в нашей стране насчитывается более 10,5 тысяч ЖД-переездов. Из них камерами оборудованы только около 200. Трасса 101. В России предлагают возобновить программу утилизации автомобилей. Сдаешь старую машину в утиль при покупке новой и получаешь дополнительную скидку. Ее размер может составлять от 70 до 100 тысяч рублей. Где взять деньги на это? Из кубышки, которая образовалась в результате введения с сентября 2012 года утилизационного сбора. По некоторым данным, там накопилось более 1 триллиона рублей. Трасса 101. «Лада 4х4» прочно удерживает титул самого покупаемого внедорожника на вторичном рынке. На втором месте с большим отставанием, по данным агентства «Автостат», находится «Шевроле Нива». Правда, спрос на них в сравнении с прошлым годом немного снизился. Бронза принадлежит «Тойота RAV4». Также в пятерке лидеров находятся «Ниссан X-Trail» и «Ниссан Кашкай». Трасса 101. А Audi начала прием заказов на новое поколение универсала A6 Allroad. Цены на автомобиль начинаются с отметки 4 миллиона 260 тысяч рублей. В базовое оснащение входят полный привод, пневматическая подвеска с изменяемым клиренсом, система контроля крена кузова, система автоматического торможения на спуске. Моторы бензиновый 340-сильный объемом 3 литра, либо 249-сильный дизель того же объема.